Всем привет! Делаю небольшой видеообзор по поводу наших вездеходов Мастяши. Двигатель Лончин, как вы видите, 20 лошадиных сил с 18-амперной катушкой освещения и с электрозапуском. Вариатор Сафари. Мосты Классика. Коробка ВАЗ-2108. Рейка. Руль и сиденье регулируются. Сиденья мы ставим волговские, так как они достаточно широкие и мягкие. Соединительный кулак у нас УАЗовский. Кстати, у нас двухрамная база. Колеса у нас АИ-25. Это Урал высокий, Урал вездеход.